В дивизионе «Самара» областного чемпионата позади практически вся дистанция регулярки. Победитель этой части сезона определился досрочно. Им стал «Газпром Трансгаз Самара». В перерыве матча против команды «ВЭЛ» триумфаторов чествовали. Исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области Константин Селяев вручил «Газпромовцам» кубок, далеко не первый в коллекции этой великолепной команды. Поздравление вдохновило чемпионов на новую победу. «ВЭЛ» был повержен с разницей в 30 очков 76-46. Другая интересная дуэль в программе тура – «БК Самара» против «Самара Металлопласта». Юные игроки «Самары» имели шанс в случае победы занять четвертое место и в плей-офф чувствовать себя более уверенно. Их соперник в любом случае оставался вторым. Но все эти турнирные расклады никакого воздействия не имеют на Сергея Демешкина. «Баскет-63.ру» по-прежнему уверен, Сергей еще вполне мог бы принести пользу профессиональным командам губернии. Юношам из «Самары» опытный снайпер отгрузил 37 очков, что и стало ключевым фактором успеха «Металлопласта» – 75-63. Самым результативным у «Самары» стал Дмитрий Добрынин. Однако его 16 очков на фоне вышеназванных цифр не так уж впечатляют. В концовке дуэль Демешкина и Добрынина перешла в не очень-то спортивную фазу. Я не конфликтный человек. Игра, конечно, заставляет какие-то эмоции делать, но это всего лишь эмоции. Они заканчиваются, поэтому в конце игры никогда уже об этом не думаешь так, как на игре. Всего лишь эмоции еще. А то, что ребята молодые еще, где-то, может быть, не справляются своими нервами, все, то есть всего лишь эмоции. А когда вам было 18 лет, вы были тоже наглым таким игроком? Бывало, наверное, не до такой степени. Все равно где-то понимал и... Есть чувство меры, наверное, вот так вот. Оно должно работать. Ничего страшного. Это игра. Мы, главное, победили, и все. Это результат на табло. Была очень напряженная игра, никто не хотел проигрывать. И поэтому обе команды завелись. И из-за того, что завелись, начались тычки, толчки. Такая немного неспортивная игра. И получилось так, что мы вступили в конфликт с Демешкиным. Вначале он меня, потом я его. Он завелся, я завелся. И проявлением стал вот этот тычок, который он сделал, в котором почувствовал нападение. Сергей старше тебя лет, наверное... В два раза. Нет желания измениться перед опытным игроком? Я сейчас подойду, извинюсь. Я не хотел ему сделать неприятно специально. То есть, может быть, получилось так, что я ему сделал больно, там удар был какой-то. Но это все было не специально, это было в игре. И я, конечно, сейчас подойду и извинюсь перед ним. Наконец, еще одна встреча, которая была не лишена турнирного смысла. Билайн против Великрана. Здесь решалась судьба 7-го и 8-го места. Может быть, это и формальность, но в этих командах есть немало амбициозных игроков, и уступать не хотелось никому. Блестящая работа связки отца и сына Воробьевых, а также их партнеров, позволяет Великрану взобраться чуть выше – 65-57. В плей-офф Билайну играть с «Газпромом» Великран попытается оказать сопротивление «Самара Металлопласту». Итоги регулярной части сезона подводит опытный наставник, руководитель методического отдела Федерации баскетбола Самарской области Александр Власов. В этом году практически за два тура до конца чемпионата определилась восьмерка и определились две команды, которые на следующий год будут выступать в первой лиге. Это «Политех» и команда «Шанс». Что касается восьмерки, здесь силы распределились следующим образом. То есть есть ярко выраженные лидеры в лице «Газпрома», «Металлопласта», «ВЭЛа» и «Сияния». То есть это только игры между ними определяет их позиция по окончанию регулярного чемпионата до плей-оффов. Вот. И есть команды, так скажем, нижней части восьмерки. Вот. И что хотелось бы отметить в этом году, что сами команды помолодели. Среди молодых игроков, конечно, выделяется команда «БК Самара», для которой очень хорошая практика. Ей
поиграть с командами, может быть, им проигрывающими в плане функциональной подготовки, но в плане технической оснащенности и тактики, особенно первая четверка, значит, у них хороший опыт. Значит, среди молодых я бы отметил Добрынина. То есть он прогрессирует на протяжении всего чемпионата. Среди таких игроков, которые уже не первый год показывают стабильную и результативную игру, это Демешкин. То есть уникальный, конечно, игрок, который на протяжении всего чемпионата любой команде забивает как минимум 25-30, а то и 40 очков. Вот. И я думаю, что ни одна команда, может быть, «Металлопласт» составит конкуренцию за второе, третье место и «Сияние». А «Газпром» у нас пока непререкаемый авторитет в нашем чемпионате. На данный момент турнирная таблица в дивизионе «Самара» выглядит так. В следующие выходные будут доиграны все пропущенные матчи, после чего турнирная ситуация обретет законченный вид.